Сегодня еще 27 лабытнанских многодетных семей получили на руки распоряжение о предоставлении земельных участков в общедолевую собственность под индивидуальное жилищное строительство. Такой предновогодний подарок обеспечили им усилия специалистов Департамента градостроительства, землепользования и имущественных отношений, оформивших необходимые документы задолго до истечения срока установленного законодательства. А в качестве Деда Мороза, вручавшего эти подарки, выступил председатель городской думы Евгений Зуйков. Примерно 3 недели назад свои будущие владения представители многодетных семей осмотрели, потом подумали и приняли решение оформить на них право собственности. Участки по тем нормам, которые предусмотрены законодательством, обеспечены на 100%. Мы надеемся, что уже в 2019 году вы начнете каждый там обживаться. Дело не такое простое, поскольку по нормам, установленным законодательством, обязанности муниципалитета в плане инженерного обеспечения участков ограничены дорогой 5-й категории с отсыпкой щебнем и линией электропередач с возможностью подключения. Все это было выполнено в течение лета. Несомненный плюс – это расположение земельных участков в городской черте и в легкодоступном районе. Мне кажется, здесь гораздо более удобное место. Лишь бы вам хватило сил построиться, я думаю, что все получится. Поэтому я вас от всей души поздравляю с наступающим Новым годом. Как называется Новый год по астрологии восточной, желтой земляной свиньи. Свинья – это богатство. Вот чтобы у вас было богатство, чтобы у вас было спокойствие дома в семье, и чтобы вам хватило сил, чтобы построить настоящий дом. После чего председатель Думы приступил к обязанностям Деда Мороза, вручая распоряжение о предоставлении права собственности на землю старшим представителям многодетных семей и шоколадке младшим. И то, и другое принималось благосклонно, в качестве новогоднего подарка. Это стало возможно потому, что Департамент градостроительства необходимую документацию оформил досрочно. Впрочем, его отношения с этими семьями еще не закончены. На сегодняшний день мы занимаемся регистрацией права собственности многодетных семей на данные земельные участки. То есть это наш департамент осуществляет это самостоятельно. Единственное, что мы многодетных, наверное, уже в 2019 году уведомим о том, что у них право собственности зарегистрировано. Это произойдет уже в начале следующего года. В очереди на предоставление земельных участков после сегодняшнего события остается 47 многодетных семей. О планах на 2019 год инженерное обустройство еще 35 участков. Игорь Борисов, Кирилл Сементеев, программа «Время местное».